Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в Чувашской республике провел командно-штабное учение по пресечению террористического акта на одном из массовых спортивных объектов Новочебоксарска. В ходе учения проверялась готовность силовой группировки штаба к проведению контртеррористической операции, освобождению заложников, обезвреживанию террористов, а также минимизации последствий террористических актов. Отрабатывались меры по обеспечению безопасности населения. Командно-штабное учение было нацелено на повышение уровня индивидуальной подготовки каждого участника, формирование уличного состава готовности к самостоятельным действиям. Поставленные перед подразделениями задачи выполнены, цели учения достигнуты.